Громадяне Российской Федерации, у тем лику и те, кто проживает в Беларуси, отзначают сегодня одно из самых молодых державных свят – День России. Ровно 24 года тому Украина приняла декларацию об державном суверенитете. Помеж Россией и Беларусью суседские, партнерские, сябровские отношения. Обедве краины связывая не одно десятигодие одной истории, а сегодня супрацовництво у экономицы и культуры. Тесные экономичные и культурные отношения яднают краину суседку и с Брешиной. Только в минулом годе внешний гандлевый оборот помеж нашими регионами и Россией склал около 2,5 миллиардов долларов. В областью заключены погоднения об супрацовництве с 19 российскими регионами. Тесные стосунки и у галине культуры. Профессийные и аматорские. Авторские коллективы, особные выканавцы наведывают краины за обменными концертами и представлениями. Союзные отношения Беларуси и России заклали тривалый подморок интеграционных процессов. Еще большая перспектива интеграции открывая перед краинами и створение Евразийского экономичного союза. Мы широ веншуем соседей и земляков россиян за их державным святом.